Друзья, всем привет! Вы на канале интернет-магазина toyskyiv.com.ua. И сегодня мы будем рассматривать интересную игрушку «Скорую помощь» фирма Holo. На упаковочке написано, что она предназначена для деток от 3 лет. Что я могу сказать? Внешне я ее общупал, посмотрел, пластик качественный, реально хороший. Колесики крутятся. И казалось бы, это обычная игрушка такая, себе машинка, поигрались, да и все. Но нет. Нет, у нее есть реальный прикол. Для родителей, которые приходят с уставшей с работы, есть хорошая функция. Это чтобы она играла, но без звука. Выключенный режим и со звуком. И первое, что мы можем увидеть, это вот такой режим. То есть она просто катается. То есть звучит звук. Но это не все. То есть можно просто, чтобы играла музыка. Можно выключить эту функцию. Дальше вот чувачок такой в кабине водителя у нас тоже функциональный. Казалось бы, все. Но только начинается интересное. Смотрите, у нее открывается багажник, и тут сразу же пациент в критическом состоянии, я по нем вижу. Его надо буквально откачивать. То есть тут мы можем ему сделать рентген руки и головы. Видите, там меняется картинка. Тут же мы можем ему прокачать легкие, сделать искусственное дыхание, или как там называется правильно. Дальше мы можем сделать ему рентген такой своеобразный. Мы можем его оттуда вытащить. Такой у нас человечек. Дальше есть еще вот таких 3 кнопки. Проверить сердечко. Даже не знаю, что это за звук такой интересный. И продиагностировать кашель. Видите, еще кардиограмму сделать. Дальше, что у нас тут в наличии? Такой предмет медицинский есть, такой предмет медицинский есть. У нас есть градусник. Тут меняется, видите? И у нас есть шприц, чтобы делать укольчики, к примеру, ему. Купить такую игрушку вы можете в нашем инстаграме. Ссылочку я оставлю в описании. Игрушка реально хорошая, качественная. Производитель Holo. Если вам понравилась данная игрушка, ставьте палец вверх. И не забудьте подписаться, ибо вы пропустите все новые игрушки, которые можете купить своему ребенку. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.